Продолжим. Так, остановились мы сам в кассовом месте, прямо перед уже с внедрением в тарелку. Так что не будем отвлекаться на мелочи и продолжим нашу главную задачу. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь происходит сначала. Барбара. Стрёмно еще пока за этот угол вылазится, но перевод слов, кстати, дабы чтобы тебе взнесись в небеса или кануть в самые глубины ада, тебе для этого нужна щепотка психоделики. Рекомендую. Так, ладно, а мы пока не будем отвлекаться. Так, будешь младше поддерживать, списать, возьмет ствол. Пойдет с другой стороны. Что, учитывая, насколько здесь плотно оказалось с флотерами, то меня уже ничего не удивит. Так, нет, тоже на выход. Все, окей. Барбара будешь, наверное, пойдет сюда, прикрывать угол, юг. Так, а Буш младший, наверное, пока посидит в дыму здесь, если что, всегда можно будет зачистить территорию. Бля, ракеты нету. У тебя такое ощущение, что все-таки основной контингент бомб вырезали. Беспокоиться особо не будем. Да, и танка же у меня нету, блин. Так, тишь гладь да божья благодать. Хорошо. Окей, списать давай потихонечку, не спеша. Если напрягать, они ничто не мешает взлететь над крышей и зайти мне прямо в голову. Ладно, будешь поддерживать с этой стороны тогда. Тут у меня достаточно человек. Тихонечко, тихонечко. Окей. Так, Малдер скалы. There's something out there. Oh, yes, it is. Кто там шароебится, признавайтесь. Как я обожаю этот трек, блин. Опа, да, это в воздухе пострелили. Я тебе отвечаю, я играю не ради тебя, а ради музыки. Не, шучу, ради тебя тоже. Вова просто молодец, один из немногих людей, которые его немножко понимают в техномузыке и в состоянии закрутить что-либо годное. Так, а мы пока будем продолжать продвигаться. Ну, я к тому, что очень много последние 10 лет народу делало музыку. Продолжать делать. Не только потом. В основном, основная причина это такое является, потому что это модно. То есть коммерчески выгодно, ладно, оставим в покое. Но когда ты ради делался а-ля хипстер. Я не знаю. Результат
не впечатляющий, скажем так, в лучшем случае. Это какая-то, это 15-летние рэперы, да? Насмотрелись нигеров, хотя на самом деле нигеры тут считаются это говном. Вот, и я не понял, по какой-то причине думаю, что это круто. Почему здесь открыта дверь? Вполне возможно, что это засранец отсюда вышел. Так, ладно, оставим-ка лирику в покое. Сосредоточимся. Ладно, пусть пока придержится. Опа! Я так и знал, а? И хорошо, хорошо, хорошо. А, в бочину засадил. Все, держим территорию. Так. Ну давай, Скали, ты у нас самая умная в этом плане. Так, Дней Брейвик, блин. Кто у нас еще пойдет штурмовать? Капитан. Стоп, у меня из четверки с военного училища авиационного остался только капитан, да? Ладно. Тогда он пойдет на штурм, потому что я думаю, ему одному в этом мире уже скучно, тоскливо без своих подопечных. Так, пошел. А, ладно, нет, сделаем поумнее все-таки. Закрываем этот вход, чтобы никто там не сунулся. А чтобы заползали всякие уроды. Все. Так, зацепить он мне не зацепит. Так, Скали Малдер, держите этот угол. Так, вы на поддержке. Айрохин погиб, что ли? Почему я его не вижу в списках? Так. Ну, хватит. На реакшн файр более чем. Опа. Он выжил? Твою мать. Капитан теперь будет навеки со своей братвой, с поехавшим братишкой. Но как? Почему? Как он выжил мину, блядь? Вот так вот, я этого не знал. Жопа. Так, дерево Брейвик тогда держи, угол. Хрена себе. И флотеры, кстати, считаются далеко не самыми сильными вояками. Они хорошие террористы, но не воины. Воины это мутаны. Как их на русский переведут, интересно. Хм. Ты сделал меня любопытствовать. Так, ну давай, Скали. Зарабатывай свои лички. Капитан погиб, и еще кто-то забыл. Так, трупов пришельцев 9. Артефакты. Обрати внимание, что артефактов со временем все меньше и меньше будет становиться, потому что они уже артефактами не считаются, когда они изучены. Так что не расстраивайся по этому поводу. Деньги мы все равно сготовим. Сплавы пришельцев, Иллириум. Иллириум у меня уже достаточно хорошо. Так, ракета лавина.
тяжелая ракета, ракетная установка, дымовая граната, нужна сенсорная граната, боюсь, она мне уже нахрен не нужна, она только получается против секстоидов эффективно. Медкомплект, блин. Светитель, тяжелая плазма. Плазменная винтовка, да, если пока остается. Хотя стоп. Мне нужно как минимум 20 единиц, чтобы хватило на весь контингент при случае атаки на базу. Парализатор. 2 хватит за глаза. Гранаты пришельцев 8 штук. Иллириум надо перевозить в другие базы. Да, он занимает уже слишком много места, я смотрю. Так, трупы летуна. Источник энергии, навигационные блоки, сплавы, бронекостюм. Так, мне еще 10 надо убрать, да? Ха, дня сержанта получила. А, смотри, молодец, девка. Одного засранца убил и все же. Блин, то продал, то купил. Так, окей, перегоняем Иллириум в новую базу. Транспортировка, подземная база Америка, Иллириум, 200 единиц, $12,000. Не так дорого, как я думал. Наверное, Фейкдексом это было бы дорого, гораздо дороже. Так, теперь самое главное. А, плазменная пушка еще неизвестна. Но уже вот-вот скоро. Так. 9-2, отлично. Так, теперь Северную Америку надо нам продолжать развивать ее. Жилые модули. Так, лаборатория, мастерская, защита лазерная, плазменная. Немножко не рассчитал правильно. Ладно, допустим. Ладно, сделаем как идиот. А, так, раз, два. Ладно, потом переставим их. Одной лаборатории мне хватит тоже здесь, потому что вторая лаборатория будет стоять в Америке и заниматься второстепенным изучением, потому что, опять же, как гласит народная мудрость, не складывай все свои яйца в одну корзину. И мы сделать этого, делать этого тоже здесь не будем. Потому что уже инопланетяне начали меня искать. Это только вопрос времени. Так, солдаты. Ага, Сычев, Ферохин живой, значит, это пока через 12 дней Сычев будет. Так, следующая пара. По заявкам тоже радиослушатели, наверное, все-таки один меня достал засранец, значит, Кенни. Он, чувак, он умрет, и я, не можешь не сомневаться, я скажу эту уже набившую оскомину всем фразу. Так, дальше, и Геодромана, Карасикова, это сестра Карасика, но поскольку Карасик уже умер, то придет также за него воевать и мстить Надежда Карасикова. Так, хорошо. Ранение Ирокена Красикова. Пойдут, наверное, сразу на разведку. Так, Списач. Уже сержанта получил. Молдер Скалы. Тоже разведка. Так, секунду. Кажется, что-то в комментах говорил, что у нас... Да, от него умеет стрелять. Окей, от него поддержка, снайпер. И она у нас очень сильная. Причем она за 12 ми... А, это списать что-то.
30, ну ладно, почистит. Ну, кстати, да, смотри. Списач у нас сделал 12 миссий. Из всех оперативников после Брейвика он у нас самый... Да, самый такой... Ветеран, считай. После 10 миссий, я думаю, он уже как бы имеет право, да, называться ветераном. Так, а Жанна Дарк никак тоже не умрет, она у нас до сих пор новобранец, я офигею. Стоп. Так, Ерохин Счев. Мне танк нужен. Куда я впихну в плазменную защиту? Собака. Ну, допустим, сюда. Здесь еще место останется. Так, восток. Граната, сенсорная, светитель. Отлично. Иллириум переехал. Так, кстати, мне Иллириум должен, получается, был освободиться. Да, сколько мест у нас? 50 человек на инженеров еще. Ну и все. У меня один модуль лишний, получается, будет тогда. Хорошо, ладно, несущественно. А, нет, он нам понадобится для нового контингента солдат. Так, солдаты. Так, Лайла Даун. Па-па-па-па-па. Кто у нас будет? Лайла Даун. Так, значит, иронично назовем его Вудман. Вудман. Хотя нет, секунду. Нам нужен снайпер Вудман. Окей, вот. Так, а это у нас тогда будет пистолетов. Тоже компания, двоих отморозков. Так, Клэр Дупре. Я не знаю, там тоже вроде бы спрашивали про Роса и Нагиева. Понятия не имею, кто это за парни, но на послать на смерть я ничего не имею против. Дмитрий Нагиев, что ли? Так, ведет передачу иллюминаторы с Скайрейнджера. Так, Эмма. Не-не-не, да-да-да-да-да. Это Эмма, Эммочка. Так и оставим. Барник. Так, па-па-па-па-па-па. Ярослав Баник. Неплохой стрелок, довольно-таки посредственно храбрый и не слабый мальчик. Блин. Ладно. Потом придумаю что-нибудь, скажем. Назовем его 23. Так, Ерохинсчев. Плазменная винтовка 10 штук, 16 штук. Светитель, медкомплект. Да, кстати, уже пора мне еще по 50... Нет. 23 дня. Ладно, пока 3 миллиона отец, сохраним на потом. Еще успеем, я думаю. Поехали дальше. О, так, Америка готова.
И все, пора покупать туда самолет. Переходчик. Я думаю, пока он приедет, пока туда-сюда, у меня уже будет готовые пушки к нему. Плазменные, так что я, наверное, покупать не буду. Ксения Петрова, Лени и Канон. Ладно. Так, отлично. Блин, Сычев никак не вылезет из той больнички, блин, достал. Сидит там, отдыхает. Так, не понял, два танка, что ли, заказал? Да, ладно, не столь суть. Так, сенсорная граната, дымовая граната. Ракетная установка. Ой, у меня две ракеты осталось, блин. Кстати, важный момент также. Стоп. Что куда пойдет? Скали. Кстати, сейчас это не актуально насчет снайперов. Кенни. Кенни черным оказался. Также на Дарк. Все в своем еще репертуаре. Блин, какая она хрупкая все-таки, а? Так, Бревик, нет. Бревик, ты уже не стоишь на передовой. Ага, списач прокачался. Отлично. По крайней мере, у всех боекомплекты готовы. Все, вроде то, что у нас здесь есть, кроме ракет. Окей, отряд готов более-менее. А, стоп, расставить их надо по-грамотному. Значит так, разведка. Буш младший, так, пошлем Бушев тоже, Буш рассказал Мардер, Карсикова, Дженни, Кенни, штурмовики, и Жанна Дарк, наверное, списач дня, и, не, подожди, почему дня здесь находится? Так, Брейвик вниз, как капитан, так, сержант, новобранец, ну, приблизительно так, да. Так, ладно, давай-ка вернемся к этим засранцам. Ксения Петрова, Лина и Конан. Так, ладно. Я уже привык по четверкам разбивать группы, называть определенные, ну, по лору какому-то конкретному. Будет еще четвертый, я там назову это. Так, тяжелая ракета. 30 штук, хорошо. Все, место у нас появилось. Замечательно. После этого уже времени не будет, наверное.
Все, фух, кажется, разобрались. Так, окей, перехватчик готов. А, надо было в начале месяца его покупать. Так, хорошо. Гора готов. Здесь можно, наверное, уже будет плазменную защиту поставить. Так, жилые модули. Допустим, здесь поставим. О, Восток готов. Африка готова. Все. Вот теперь мы уже покрываем серьезное расстояние. Уже есть сбивать можно тарелки чисто ради очков. Строительство, склад на базу готово, склад готов. Все, пока два лимона эти оставим. Ага, легкий разведчик, Литвун, жатва. Жатва, уже. Хорошо, хорошо. Ну, уже пора пожатвовать. То есть они сейчас, этот маленький разведчик, летит в Юго-Восточную Азию. И хочет нам посмотреть, где можно захапать коров. Причем он может также сесть. А если он сядет и взлетит, потом его миссия будет считаться завершена. Бангкок. Давай, 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 давай. Малоса. Одна ракета у него была? Черт. Как так? Ракета лавина, 9 штук. Нет, таки он автоматически не перезаряжается. Его надо, значит, чтобы он взлетал и садился. Ага, Бразилия готова. Все, практически ежемесячно покрыл весь мир. Нифига себе, 3000, превосходно. Совет финансирующих государств очень доволен вашими действиями. Продолжайте в том же духе. Да, неплохо, неплохо. Я вообще, честно говоря, вообще ни хрена не делал. Солдат только сливал. Ха, интересно. Любопытно, любопытно. Так, 100 тысяч, 38, 100 тысяч. Великобритания раскошелилась. Ну, особенно после того, как я там у них полетал над головами. И уже мне платят 9 лямов из 4. Раньше было начинало сколько, примерно, кажется, 4 миллиона в месяц. Человека-змей, террор, Сибирь. Средний разведчик. Блин. Сибирь, Сибирь, собака. Вот террора мне не хватало. Так, значит, снэкмены уже начались когда? В мае. Ага. Посредственно. Давай, давай, заканчивай плазменную пушку, бро. Стоп. Боезапас есть. Окей. Не уйдешь, собака. Теперь мы тебя держим. Опа. Так, ну что, господа, пришла пора познакомиться с снэкменами. А у меня руки чешутся, и они очень западлистые твари. И нет ничего хуже, чем снэкмены на терроре с ихними крисолидами. Это, наверное, одна из самых мерзопакостных тварей вообще, которые я знаю. Так, стоп, а в Америке у нас закончен, да? Так, один самолет стоит, Бразилия, ладно, пока не будем. Сначала надо последить за активностью. Фух. Вздрогнем. Да-да-да-да-да. Так, и, наверное, все-таки будут пушки перезарядить, потому что спецачу в самом низу. Никак. О, здрасте. Так, кто-то говорил, что все равно можно через кинуть через танк. Давай попробуем. То есть не на рампу, а за рампу. Сработало. Окей. Благодарю еще раз за совет.
А сейчас мы его застанем. А-а-а! Собака. Так я его в дыму не увидел, что ли? Ладно, по крайней мере, у меня есть возможность стреляться и сильно не палиться. 37, 20, 17 секунд на отход. Коза. Так, уебывать сюда. Да, младший Буш. А ну-ка, угости его чем-нибудь вкусным. Троих сразу. Ай, молодца. Ай да сукин сын, а? Ковбой сраный. Шикарно. Я их даже вообще не видел. То есть, представляешь, сколько мне еще помогло бы это реакшн фаера? Так, один вышел еще, если не ошибаюсь. Пойди посмотри. Да. Команд, дура, ну ты что, хочешь всю жизнь быть в штурмовиках, что ли? Тебе нравится штурмовать? Ну, так без проблем, устроим. Не хватает, ладно, давай еще очередь. Команд, Игорь Бещирами. Ладно, окей. Нравится штурмовать, будь штурмовать. Барбара. А политики вообще ни на что не годятся. Я не хочу сейчас стрелять сюда ракетами, потому что я поуничтожаю все эти артефакты и трупы у них. То есть, одной ракетой я себе могу... Сейчас здесь лежит около, я не знаю, как минимум полмиллиона долларов. Так, ладно, не расслабляемся, тут наверняка еще бегают здесь. Дедос. А! Давай. Блядь, стрёмно в танк зацепить еще. Хорошо. Малдер прикрой. Чтобы далеко не бегать. Так, вы на подход. Засали. Не выбегает. Ладно. Опа. Не засал. Вот он. Так, а ну-ка прицельным сможешь? Какая музычка в тему. Еще один здесь оказался. Охуеть. Двое! Ну вы, блядь, даете. Так, ладно, хорошо, ты стреляй. Да не в руку, ну ёб твою мать. Олигофрен, блин. В елку. Не хватает. А, фак. Опять перепутал, проебал. Ну-ка ты посмотри, а. Руки из жопы. А, хорошо подогрел. А он собака с хеви плазмы был. Так, а ну-ка давай-ка. Еще раз этот метод включим, который мы угробили. Весь Кэрринджер. Красава. У них хеви плазмы, пацаны, не расслабляемся. Ладно, не будем выпендриваться. Так, постой-ка в огне, подумай. Так, Малдер, давай прицельным. Не, не успевай, зараза. Спасибо, что не попал в танк. Уже благодарен. Так, бара-бара-бара-бара. Давай пусть немножко потренируется тоже чутка. Ну что, он запаниковал? Что я практически вынес весь экипаж за... Куда он делся? Побежал собака. И это еще не все? Блять. Так, бара-бара, ну ты у нас как самая метка, давай пизду в тарелку. Да.
Давай-ка ты. Не, ракетами уже здесь не могу стрелять. Тут слишком много денег валяется. Но, как говорится, жадность фрая разгубила. Так, Кенни, давай. Ты у нас первый кандидат, чтобы погибнуть от вражеской руки. Я еще попробую сыграть это драматично, чтобы получилось. Так, Красикова. Опа. Ну что ж, хорошо. Смотри, больно зацепил, мог бы угробить, а? А, блядь. 25, 31. Так, ракетница. Буш младший, Джану Дарк. Списать же далековато, я не знаю, если сможет достать. 50, 29. Есть шанс. Ну давай. Красавец. А? Как зачистил? Вот так вот, пацаны. Пришельцев убито 9 штук. Трупов пришельца найдено 9. Самое главное, не угробил по деньгам. Найдены инопланетные артефакты 8 штук. И источник энергии, и навигационный блок с правой. Ну и все как... все стандартно. Батя говорит, хорошо. О, скаль у нас поднялась. Very nice. Ну теперь... нам надо будет готовиться к самому мерзопакостному террору. Давай, давай, давай. Вы должны как можно быстрее исследовать. Не нужны плазменные пушки. Корабль Литора, Южная Африка. Началось. Ну, по крайней мере, это летуны. Черт, я не успеваю никак. Лагос. Не, не успею. Так, Скайрейнджер, давай вылетай быстренько. Так, снарядить. Пам-пам-пам-пам. Всех все есть. Только да, нам будет изменить расположение ракетниц. А, окей, теперь отныне звездочка будет означать не снайпера, а тяжеловеса. Так, 39. Кстати, не, вот дня и 36. Сила, мне нужна сила, блин. 50. Окей, списать у нас... 31, 40. Окей, Буш младший гранатометчик, он уже есть у нас. Скали, Малдер. Списач, Брейвик. Окей, списач тоже будет. Два гранатометчика будут во втором эшелоне. Блять, никакого эшелоне нахуй. Так, разведка. Стоп, а нужен Жан Дарк Тонус. Силачка или нет? Нет, вообще слабачка. 5 миссий, ни одного убийства нет. Что-то она как-то вообще у нас какая-то вялая. Теперь надо постараться не объебаться. А, блядь. Он изменил курс? Черт. А, вот куда пошел. Нет, опять.
Ай, блядь, у меня есть шанс, что перехватить его. Летун террор, Южная Африка. 134. Ай-яй-яй! Кейптаун! Куда ты полетел, сука? Так, стоп. Блять, эту суку надо не дать. Куда мог пойти? Окей, давай сюда. Блять, я со своими ракетами одним не смогу его захватить. Окей, ладно, он может сделать петлю и подняться сюда наверх. Надо опередить его. Меньше половина бака осталось. Вот блин, а? Интересно, я его спугнул, что ли? Нет, вряд ли. Странно, нет. О! Плазменная авиапушка. Плазменный излучатель, создающий узкий канал разрушительного гравитационного поля. Какого в пизду гравитационного, если он... Блять, опять вы неправильно перевели. Плазменное излучение – это раскаленный газ. Он на очень высоких температурах, который содержится гравитационным полем внутри пушки, чтобы он саму эту пушку не расплавил. А не создающий узкий канал разрушительного гравитационного поля. Ёб вашу мать. Окей, плазменное ПВО. Ментальный зонд. Где она? Плазменное ПВО. Окей, отлично. Это даже не обсуждается, это приоритет. Так, закончили. Плазменная пушка. Всех 6 штук. Пошли. 4 дня, отлично. Так, все, тогда я уже могу рассеять мои интерсепторы. А не держать там по 2 штуки на одной базе. Маленький, большой разведчик летун, ответный удар Европа. Так, это за мной. А он еще из Африки. Окей, он через Арктику пойдет. Сука, за мной пошел, да? Засранец. Сейчас у меня для тебя есть новое оружие. Познакомимся. Так, ладно, посмотрим, если он успел. На всякий случай поддержим. А нет, я не во Франции, бро, я не в Испании. Я там, куда ты не хочешь лететь. 50. Давай. Уничтожен, вау, сильно. Приятно, приятно. Превосходно. Так, окей, значит, один интерсептор пойдет в Азию, другой в Америку. Мне нужен еще четвертый один. Тогда я более-менее смогу покрыть северное полушарие. Окей, давай еще 2 штуки сделай. И заодно освободим все кучу места. Продажа пистолетов. Продажа пистолетов. Пусковая остановка лавина. Ракета лавина. 22. Неплохо. Так, 200 тысяч за плазменную пушку. Тоже very nice. Продать уволен. Подожди, я не понял.
Почему я не получил ветку на изучение плазменного танка? А, наверное, мне нужна эта силовая установка для этого. Так, 3 дня, окей, можно, значит, продажу увольнения. И давай немножко гешефта поднимем. Плазменная винтовка 9 штук. Стоп. 9 и 10 у солдатов получается. У меня 19 их должно быть, да? Да, 19 штук. Хорошо, значит, больше 10 можно продавать. Так, тяжелая плазма. Плазменный пистолет, парализатор. Так, гранаты. Гранаты, наверное, следующий будет. Анальный зонд, труп человека-змея, одного ставим на изучение. Сплав бронекостюм, один из бронекостюмов, хорошо. Так, окей, значит, хорошо. Транспортировка. Восток, Бразилия, Африка. Восток. Так, теперь также нам нужна транспортировка в Америку. 2 плазменные пушки. $122? Мне микроволновку дороже стоит переслать туда. 122. Или хотя, наверное, видимо, это скидка для государственной организации. Окей. Смотри, корабль, перехватчик 3. Все. Американский. Так, и... Так, Восток. Тоже догадался, да? Восточный. В честь моей любимой четверки воинов, которые бесславно погибли, мы его назовем подвал. Так, ладно. Обожаю эту игру. Большой, очень большая. Юго-Восток, корабль снабжения, Летун, Австралазия. Хорошо. Ты, блядь, ну фак! Ну как так, ну? Ну это бестолку. А, нет, он сейчас стоп. Куда пошел? А, он возвращается. Очень мало, 3200. Не, он сейчас на вылет пошел. Выйдет из атмосферы. То есть он закинул жратву и все, поднялся. Окей, возвращайся. Хорошо. Большой, мало. Корабль террор, Летун, Южная Африка. Окей, он повторяется, видимо. Дыши, дыши. Есть. Поймал тебя, сука. Ха-ха-ха. Так, война идет на моих условиях. Ну, это до поры до времени, конечно, пока не приехали большие дяди. Так, значит, что у нас есть? Предположим, 6 риперов и, ну, наверное, штук 20. Так, что у нас в подвале? 2 гранатометчика и в основном просто дети. Так, броня у всех, снаряжение тоже адекватное. Осветителей нам не понадобится.
Франка. Вторая попытка взять террор. Ну, я не знаю, пацаны, я не знаю. Ну, по крайней мере, это лучше, чем кибердиски. Так, я уже знаю, кто у нас первый умрет. И я плакать по этому поводу не собираюсь. Так, списать будешь младше. Хотя было бы есть смысл туда-сюда найти на эту миссию взять ракеты с зажигательной смесью, потому что для риперов это самая болезненная херня. Нихера себе. Ха! Здрасте, ваша тетя. Так, Скаля, ну-ка. Девочка. Так, Барбара. Охуеть, класс! Вот это трек. Как раз по ситуации идеально вообще подходит. А видел бы ты сейчас мое выражение лица. Так, гранатометчики будут как раз на следующем, на подхвате, можно сказать. Дофига бегают по комнатам. Опа! Пришла киса. Но против плазмы они весьма уязвимы. Так, два выстрела не потянул. Смотри, неплохо. Ха. Три выстрела. Нихуя себе, оказывается, риперы сильнее, чем я думал. Very nice. Что я могу сказать? Так, 4. Окей. Скали. А, так, давай подвинем танк немножко. Но добежать он, кстати, укусить танк сможет, да. Так что надо поосторожнее. Блять, что ты сделала? Отличная работа. А! Почему я его не убил раньше? Так, Карасикова, давай. Начинай сезон охоты. Не хочешь, не надо. Другим достанется. Это хэви плазма. Так, за стрелкой надо, чтобы кто-то следил. А, Барбара, окей. Здесь. Хотя, честно говоря, с ее... То, как она косая, это плохая идея. Так, Карасикова следит здесь, за югом. Пацаны поддержат. Допустим, вышел так, да? Ладно, то, танк пусть пока притягает на себя пули. Хорошо. Вполне возможно, что их тут больше еще находится. Где-то может за ним бегать. Так, Скали. Давай-ка Скали с 50 тебя поддержит. Посмотри, что там.
все-таки не нравится мне это место, блин. Так, Карасикова. Стоп. Тут смотреть нечего, да? Так, Малдер. Сиди в дыме. Сейчас надо пока войска полностью развернуть, и тогда, наверное... Так, Кенни. Стоп, это у нас уже... Почему Кенни там находится? Ладно, это мы тогда штурмовики надо наши. Так, не обр... Не, блядь. Так, и Брейвик здесь. Мало, мало, я не вижу целей. Окей, ладно. И так как раз музыка тоже затихла, что неизвестно еще. Хотя нет, двери в этом доме они не щелкали, это... Хотя здесь тоже. Скорее всего, это тут. Ладно. Не будем суетиться. Суетиться не надо, это тебе не маломестная тарелка. Это серьезно уже, серьезный корабль. Так, Жанна, давай. Карасик пойдет с тобой. Кенни тоже. Барбара с вами, да? Где Барбара? Вот она, хорошо. Я не знаю, кто здесь, правда, преимущество получил. Хотя, с другой стороны, очень хорошее место удержать периметр. Так, рывок, пошли. Ха, мишень. Хотя я не знаю, правда, как отреагируют другие. Если он видит меня, значит, могут летуны меня тоже увидеть. Сейчас проверим на практике. Че гадать. Так, это опасный момент. Ну ладно, танком. Опа. Хэви плазма, блядь. Нет, ружье. На. Хорошо жахнуло. Приятно так. Блять, ну танк потрепалось сильно. Ну ладно, окей, здесь движения нету, забываем. Переключаемся. Скали, давай, прикрывай танк. Так, дня с тобой. Писач, ты на широкие дистанции работаешь. Я хотел сказать длинные, но с этим переводом мне придется рассказать широкие дистанции. Широкие поля мои. Так, будешь младший тоже за компанию, давай сюда. Малдер. Прикрывает. Карасикова. Тоже за компанию. Опля. А, ну это мой. Смотри, тоже не дурак. Убежал. Окей, все, держите периметр. Только высунется кто-то сразу угандошьте его.
Да, вопрос, если могут они приседать, если они могут, если они присядут, то тогда, оказывается, стрелять не могут. Как-то неудобно получается. Так, вот, кстати, для танка, как в, это в лучших схватках наших современных времен. То есть запускать танк в одиночку без поддержки пехоты в город, это, ну, в данном случае, два сарая, это, ну, принцип тот же, в принципе. Извиняюсь за тавтологию. Так, ладно, давайте. Выглядит все спокойно. Затишье перед бурей. Плохая идея, плохая, очень плохая. Отворачивайся. Нет, лучше от греха подальше. Что если у них сработает реакция, он долбанет, как только Рипер выбежит отсюда, у него сработает реакция, он долбанет ракеты сюда. Fuck you very much. But no. Вау, Рипер не дурак, ты смотри, я удивлен. О, мы еще одну что ли грохнули? А, не, упал просто. Come on. Ну нихуя себе. Как я его упустил? Пиздец, ходим, гуляем тут, а он... Ёб твою мать. Держись, Скали, держись. Охуеть. Fucking nigger. Так, да, ситуация у нас не из самых лучших. Корова, как ты могла промахнуться так, а? Ладно, начинаем движение здесь. Так, движение началось, но остальное движение продолжится в следующей серии. Давай.